You return to Baldur's Gate under circumstances much darker than anyone would have believed. What should have been a moment of crowning triumph is instead a nightmare beyond your understanding. Ski Silvershield lies dead, seemingly at your hand. The Siege Force's clerics are unable to revive her. Her magically preserved body has been transported to Grand Duke Entar Silvershield, who clings to the faint hope that his daughter might someday be resurrected. You share that hope. Without Ski, you may never know the truth of what happened that dark night. Once you thought yourself free of your father's taint, but as you journeyed to Dragonspear Castle, you realized this was not so. You are a child of Baal, Lord of Murder. A piece of him resides in you. Has it grown beyond your control? Was yours the hand that plunged the dagger into Ski Silvershield's breast? You do not know, and that fact haunts you. When you left Baldur's Gate, people cheered you as the city's hero. Now they look upon you and see something very different. Глава 13. Ты возвращаешься во врата Бальдура. При обстоятельствах значительно мрачнее, чем кто-либо вообще мог представить. Что должно было быть триумфом, вершиной твоих возможностей, стало кошмаром вне твоего понимания. Ски Сильвершилд мертва. Очевидно, твои руки. Жрецы осаждающие жрецы твоего отряда не могут ее оживить. Ее магически сохраненное тело было доставлено верховному герцогу Энтеру Сильвершилду, кто держится за надежду, что его дочь когда-нибудь можно воскресить. Ты разделяешь его надежду. Без Ски ты никогда можешь и не узнаешь правду, что произошло той темной ночью. Однажды ты думал, что ты освободился от скверны своего отца. Но когда ты отправился в замок Драконьего Копья, ты понял, что это было не так. Ты сын Баала, бога убийств. Часть его живет в тебе. Переросло оно пересело ли оно твой контроль? Твоя ли рука воткнула кинжал в грудь Ски Сильвершилд? Ты не знаешь. И этот факт беспокоит тебя. Когда ты покинул врата Бальдура, люди приветствовали тебя как героя. Теперь же они глядят на тебя и видят что-то совсем иное. We've heard the testimony of those who traveled with the Flaming Fist expedition to Dragonspear Castle. Many told of how the accused was found in Dragonspear's main hall with Ski Silvershield dead at his feet. Мы выслушали показания тех, кто отправился с экспедицией Пылающего Кулака к замку Драконьего Копья. Многие сказали, как обвиняемого обнаружили в главном зале замка Драконьего Копья, где Сильвершилд лежала у его ног. Corporal Bence Duncan bore witness to a disturbing incident involving the accused at Borskir Bridge. He is here to share his recollections. Капрал Бенц Дункан был свидетелем пугающего инцидента, включающего обвиняемого на мосту Борискир.
Он здесь, чтобы рассказать о своих воспоминаниях. Bridgeport was under siege by the Crusade. The accused led an attack, driving Kalar's forces off. Бриджфорд был в осаде от крестоносца. Обвиняемый ввел атаку, отогнав силы Кейла. After that, he collapsed while crossing Borskir Bridge. The symbol of Baal, Lord of Murder, sealed itself into the stones around him. После этого он упал во время перехода по мосту Борискир. Символ Баала, бога убийств, был выжжен, был выжжен на камнях вокруг него. Дитя Баала, зло отравляет твою кровь. The mark of Baal does not in itself prove guilt, but it does cast a darker shadow of suspicion upon the accused. We cannot forget that Saravak, another spawn of Baal, brought our city to the brink of war. Знак Баала сам ничего не доказывает, но он бросает тень подозрений на обвиняемого. Мы не можем забыть, что Саривак, другой сын Баала, поставил город на грань войны. Thank you for your service, Corporal. You may go. Спасибо за ваши слова, капрал. Вы можете идти. As for you. Что касается тебя, Балрор. Our diviners have presented evidence of your deeds since leaving Baldur's Gate. Deeds that speak to your character. Наши прорицатели представили доказательства твоих деяний с момента, когда ты покинул врата Бальдура. Деяния, которые говорят о твоем характере. Is there anything you wish to say in your defense? Есть ли что-то, что ты хочешь сказать в свою защиту? Я не помню, что произошло в замке. Но я уверен, я не убийца. Мой характер, вот что меня защищает. Вот моя линия защиты. Точнее... Да. Поясни. Когда я встретил бывшую служанку Баала, я проинструктировал ее, чтобы она... расплатилась за свои преступления и принесла им добро в этот мир. Я не раб воли моего отца. So noted. Да будет... как это? Принято. Is there anything more you would say in your defense? Еще что-то ты хочешь сказать в свою защиту? Да, есть что-то. Поясни. В погоне за Кейлор я отправился в пустоши Авернуса. Демон предложил мне пройти свободно, если бы я пожертвовал одним из моих друзей. Я послал свою душу на кон вместо этого. So noted. Принято. Is there anything more you would say in your defense? Еще что-то хочешь сказать в свою защиту? Да, есть. Мои деяния известны по всей земле. Многие называют меня герой. Определенно, это говорит о моем характере. So noted. Принято. Is there anything more? Еще что-то? Конечно же есть. Когда солдаты заболели в лагере коалиции, я мог посоветовать убить их, чтобы предотвратить распространение болезни. Вместо этого я сделал все, что в моих сил было, чтобы найти лекарство. Я спрашиваю, это так поступает убийца? So noted. Принято. We've heard much evidence today, both for your character and against it. Now we, what is that commotion? Мы услышали достаточно доказательств за и против твоего характера. Но теперь же... Что это за шум?
Out of my way, out of my way, you sniveling pigs! We can't let you do that, my lord. Мы не можем вам позволить сделать это, милорд. Do you know to whom you speak? I'll have your family on the street begging for coppers if you don't let me pass. Ты не знаешь, с кем разговариваешь? Твоя семья на улице будет выпрашивать медики, если ты не позволишь мне пройти. You do not want to do this, Entar. Ты не хочешь этого делать, Entar. Do not tell me what I want. I know what I want. You, murderer. You killed my little girl. My ski. Не говори мне, что я хочу. Я знаю, что я хочу. Ты, Балр, убийца. Ты убил мою маленькую девочку. Мою ски. Вы должны поверить мне, герцог. Так какое я сам тебе не поверю? Я не знаю, что произошло со ски. Но я собираюсь выяснить это. You put on a good act. But I know the truth. It wasn't enough to slay her bodily and leave me childless. You had to destroy her soul too. Ты хорошо устраиваешь хорошую трагедию. Но я знаю правду. Тебе было недостаточно убить ее тело и оставить меня без детей. Ты должен был уничтожить ее душу тоже. This is not the time. Это не время. Tell me what you did with it, fiend. Before they send you to the gallows, tell me, what did you do with the dagger? Скажи мне, что ты сделал с ним, тварь, прежде чем тебя пошлют через душой, прежде чем тебя пошлют на виселицу, расскажи мне, что ты сделал с кинжалом. Кто вообще болтает? Я не знаю, о каком кинжале. The priests can do nothing. She's gone forever. My ski. Жрецы ничего не могут сделать. Она ушла навсегда. Моя ски. Order. Give me order or I'll have the square cleared. Order. A father's grief is an irrational thing. Let us return to the facts. We've heard the evidence and your own defense. Have you anything else you wish to say? Печаль отца — это иррациональная вещь. Но давайте вернемся к фактам. Барак, мы слышали доказательства за и против тебя. Что, у тебя есть что-то сказать? А чё, о каком кинжале герцог Сильвершилд говорил? Что случилось с душой Ски? Peering into the weave, our diviners determined that Ski Silvershield's soul now languishes within an artifact called the Soul Taker Dagger. All efforts to locate the dagger have amounted to naught. Заглянув за грань, наши прорицатели определили, что душа Ски Сильвершилд набитается в кинжале, в артефакте, который называется «Кинжал-похититель душ». Все усилия обнаружить кинжал были на смарку. While her essence is imprisoned thus, Ski can never be returned to life. If we had the Soul Taker, she might possibly be restored and confirm your innocence, if indeed you are innocent. Пока ее душа заперта в артефакте, Ски нельзя вернуть к жизни. Будь у нас похититель душ, ее возможно было бы воскресить. И подтвердить твою невиновность, если ты не виновен. Guilty, I say. Guilty. Виновен, я сказала, виновен! The Flaming Fist will take custody of the prisoner until a decision is reached. Take him away. Пылающий кулак его отведет обвиняемого в тюрьму до выяснения до тех пор, пока не будет вынесен вердикт. Уведите его. Thank you.
Итак, раз уж у нас выпала тихая минутка, есть еще одну вещь, которую я должен сказать. Во время ритуалов прорицания прорицатели не смогли кое-что понять. Они не видели момент убийства сам. Какая-то неведомая сила затмила даже глаза богов на тот момент. А это говорит о многом. Учитывая то, что я сказал раньше о записке о неком изгнаннике, который по силе пугает даже демонов, думаю, тут все гораздо сложнее, чем мы видели. Good morning. Доброе утро, Бал. Это утро? Здесь нужно сказать. Я здесь не обсуждать время. Я здесь, чтобы попросить тебя прекратить это безумие. В последнее время город много пережил. Железный кризис, Саривок, крестовый поход, теперь это. Темные дни должны прекратиться, если они не прекратятся. И они не прекратятся, если ты не прекратишь держаться своей невиновности. Если ты беспокоишься о вратах Бальдура, хоть немного, признай свою вину. Прими наказание, которое тебе обрушится. Я сражался и истекал кровью ради врат Бальдура. Я несколько раз едва ли не умер. Я несколько раз, и уже бесчетное количество раз, едва не умер ради города. Я беспокоюсь о нем. Но я еще беспокоюсь о правосудии. Может быть, ты невиновен. Может быть, глаза тех, кто видели тебя рядом с телом Ски, были обмануты. Это уже не имеет значения. Город, вот что имеет значение. Мой отец мне как-то говорил, что герой, настоящий герой, готов пожертвовать собой ради великого блага. А не называть тебя героем врат Бальдура. Теперь у тебя есть шанс заработать имя. Воу, секундочку. Этот персонаж... Реально, блин, вы сами видели, сколько раз был на грани смерти, сколько раз, блин, подставляться, приходясь под удар. Что он этот город от гребаной войны, блин, спас. И они, и Шайла Корвин позволяет себе говорить о том, чтобы он есть шанс заработать имя герой. Грош цена такому имени, если ты наделав таких дел. Из-за которых город вообще еще и существует. А тебе говорят, теперь у тебя есть шанс заработать имя героя. Да идите вы нахер. Честное слово. Прощай, Бал. Катись отсюда, пока цела сучка. Wow, chains aren't a good look for you. Wow, цепи тебе не иду. Лучше уж цепи, чем петля за преступление, которое я не совершал. Тут должна быть шуточка одна и цитата, но боюсь, я отложу для позже, до более поздних времен. You didn't do it? Ты этого не делал? Просто подумай, хоть раз подумай о своей гребаной жизни. Что бы я заработал, убив Ски Сильвершилл? Что мне бы принесло убийство дочери Верховного Герцога, кроме смертного приговора? Yeah, that makes sense. Да, это имеет смысл. I'm sorry, I believe you, I do, but... Извини меня, Балр, я правда верю тебе, да, но... They made me swear an oath I wouldn't help you, even if I hadn't. You have no idea how many people, how much magic they're putting into making sure you don't escape.
Они заставили меня поклясться, что я не помогу тебе, даже если бы я не клялась. Ты не понимаешь, даже не представляешь, сколько людей, как много магии они вкладывают в то, чтобы ты не смог сбежать. Я сын Баала. Они не хотят рисковать со мной после того, что произошло с Саривоком. If I could do anything, I would. I'm sorry. Goodbye. Если бы я бы что-то могла сделать, я бы уже сделала. Прошу прощения. Прощай, Баала. Я говорю вам до свидания. Расставание не для нас. Chains become you, child of Baal. The people you saved have turned on you, treating you as some nightmare made flesh. How does it feel to be trapped in a cell after all you've done for this city? Ты закован в цепи, сын Баал. Люди, которых ты спас, обратились против тебя. Обращаются с тобой, как будто ты обретший... как будто ты кошмар, который обрел плоть. Каково это быть запертым в клетке после всего того, что ты сделал для города? Это неправильно. Я не убивал Ски. Я бы этого не стал делать. Это бессмыслица. Life offers no justification for the ills it inflicts on us. None know this better than I. Жизнь не дает нам оправданий за то зло, которое обращается против нас. Никто не знает об этом лучше, чем я. I warned you of the darkness running through your veins. Divine blood is not to be trifled with without control. Power is naught but peril. Я предупреждал тебя о тьме, которая течет в твоих жилах. Божественная кровь — это не шутка. Без контроля сила... Ничего, кроме беспокойства и обузы. But I am confident you will survive this. A greater destiny awaits you. Но я уверен, ты это переживешь. Великая судьба ожидает тебя. Rise. It is time. You know what you must do. Embrace the darkness coiling within you. Take the dagger, kill her. Take it. Even now you resist. You are more powerful than I thought. All that I truly require is your presence. Curious, your mind is not so open to me as it once was. You resist my will. Your power grows, child of Baal. Awake. Любопытно. Твоя сила... Tell me, what did you see? Любопытно. Твой разум уж не так открыт, как раньше. Ты сопротивляешься. Твоя сила растет. Проснись же. Скажи мне, что ты видел? Это был ты! Ты убил Ски Сильвершилд! Ты меня подставил! Despite my efforts, you remember. Impressive. Вне зависимости от моих усилий, ты помнишь. Впечатляюще. Я покажу тебе, что впечатляет маг. И когда я сбегу, я иду за тобой. Greater powers than you have challenged me, yet I still stand. Более мощные силы, чем ты, бросали мне вызов. И, как видишь, я еще жив. You will escape this place. We will meet again. Fear that meeting, child of Baal. We have so far to go together. Ты сбежишь из этого места. Мы встретимся вновь. Бойся этой встречи, сын Баал. У нас очень долгий путь вместе.
Ничего, уродец. Я иду за тобой. How are you? Как ты, Балр? Герцог Белл. Как хорошо вас видеть. У меня новости. Я знаю, кто убил Ски. You know the killer's name? You have proof? Ты знаешь имя убийцы? У тебя есть доказательства? Освободите меня, и я обоих я вам обе вещи достал. Were you anyone else, this would be a simple matter. For Entar, it is very simple. He wants your head. That will not change anytime soon. Certainly not while his daughter remains in her current state. Будь ты кем-либо, вопрос был бы решен быстро. Для Энтара он был решен очень быстро. Он хочет твою голову. Это не скоро изменится. И не изменится, пока его дочь находится в ее нынешнем состоянии. But you are the slayer of Saravok, the hero of Baldur's Gate, the champion of Dragonspear. Your service to the Sword Coast is beyond dispute. Но ты убийца Саривока, герой врат Бальдура, герой замка Драконьего Копья. Твоя слуга, услужба, то, что ты сделал, твои услуги, услуги побережья меча без не обсуждаются даже. Unfortunately, your heritage is now also beyond dispute. There can be no peace for a child of Baal. Those near you will inevitably suffer as Ski did. That is your nature. К сожалению, твое наследие тоже теперь не подлежит обсуждению. Не может быть покоя для дитя Баала. Те, кто вокруг тебя, будут страдать. Как и Ски. Это в твоей природе. There are as many people in this city ready to fight and die for you as there are those baying for your blood. Baldur's Gate is in turmoil. В этом городе много людей, кто готовы драться, умереть за тебя, как и тех, кто хочет твоей крови. Врата Бальдура в ступоре. After extensive deliberations, Эльтан, Лия Джанаф and I have decided it would be best for all if you and the darkness within you left Baldur's Gate as quietly as possible. После долгих обсуждений Эльтан, Лия Джанаф и я решили, что лучший выход для тебя и для тьмы внутри тебя покинуть врата Бальдура как можно быстрее. A guard will escort you out of the city. This is a poor reward for all you have done for us, I know. But it is the best we are allowed. Go someplace far from here and do not return. Охранник выведет тебя из города. Это слабая плата за все то, что ты сделал для нас. Я знаю, но это лучшее из того, что мы можем тебе сделать. Иди куда-нибудь подальше отсюда и не возвращайся. Fare thee well. Береги себя, Балр. Follow me. Следуй за мной. I'm here to help. I figured you weren't another Saravok. Think I figured wrong. Я думал. Your belongings are on the table. Take what you can carry and head down to the trapdoor. Твои вещи на столе. Бери все, что ты можешь унести, и отправляйся вниз. Я буду ждать тебя внизу.
could I... Ready to say farewell to Baldur's Gate? Готов попрощаться с вратами Бальдура? Готов. Follow me and stay close. We'll be traveling through tunnels beneath the city. Duke Belt wants you kept away from the public. Rightly so, I think. Следуй за мной и держись поближе за стен. Мы пройдем через туннели под городом. Герцог Белт, чтобы тебя держали подальше от людей. И правильно делают, я думаю. Go down the stairs and head west. The cavern comes up outside the city gates. Спускайся по лестнице и иди на запад. Пещера выведет тебя вне врат города. Благодарю тебя. Before you go, there's something I would say to you. Прежде чем ты уйдешь, я тебе кое-что должен сказать. My cousin was in Bridgefort. The Crusade Spellstone had poisoned her. She was on the edge of death. You saved her. Моя двоюродная сестра была в Бриджфорте. Тот зачарованный камень крестоносцев отравил ее. Она была на грани смерти. Ты спас ее. You saved the city from Saravok. You saved the Soul Coast from the Nine Elves. I don't care what anyone says about you. You're a hero. And that's all there is to it. Farewell. Ты спас город от Саривока. Ты спас побережье меча от девяти кругов ада. Мне плевать все, что говорят о тебе. Ты герой. И это все, что нужно знать. Прощай, Балор. You need me? At once. The hero is on the job. You made it. Oh, that's great. I was scared you wouldn't. Ты вырос. Это круто. Я испугался, что ты не выберешься. Имэ, как ты... Откуда ты знала, где меня найти? Герцогиня Джанат рассказала мне, что происходит. Она предложила послать человека, если я хотела продолжить свои тренировки с ней, но... Нет. Я бы не позволила сделать это с тобой. I'm so sorry. I should never have let you go to Dragonspear without me. Мне так жаль, Бар. Я не должна была тебя отпускать с драконьему копью без меня. Я тоже по тебе скучал. Больше, чем ты даже подозреваешь. Ну, раз теперь мы вместе, значит, так тому и быть. Я не позволю тебе, я не выпущу тебя... из своего поля зрения никогда. Идем. Чем быстрее мы уйдем отсюда, тем лучше. Hey, everyone. I got him. Hey, народ, я привела их. Rejoice, Boo! Our friends have returned to us. Возрадуйся, Бум! Наши друзья вернулись к нам. Приятно видеть тебя, Балр. Я рада, что совет смотрел дальше, чем видел больше, чем кровь. Он глядел в твое сердце. Это змеиное кубло. Этот город змеиного кубла подставил тебя, Балр. Но ты не один. Не позволяй отчаянию захватить твое сердце. По крайней мере, у тебя есть свобода. А вместе с ней есть и надежда. Приветствую, друг. Не беспокойся по поводу произошедшего. Грайан верит в твою доброту. Так и поверят и другие. Те, кто обвиняли тебя. Со временем. Я уверен в этом. Could we maybe talk about this someplace, you know, far away from here? Может, мы поговорим об этом в другом месте? Ну, знаешь, очень далеко отсюда. Прости меня, Има. Некоторых из лиц... И это не те, кого я ожидал, что встретят меня
когда меня выпустят. Может быть, все выглядело иначе с твоей камеры, но у тебя значительно больше друзей, чем ты думаешь. И я ценю всех их. Совет четырех, может быть, не хотел бы находиться рядом с тобой, но я всегда буду за твоей спиной. А теперь давай наберем хоть какое-то расстояние между тобой и герцогом Сильверщином, ладно? Forward. Вперед! I'm pretty sure the Flaming Fist isn't on our trail. Can we take a break? Just for a minute? Я уверена, плащ и кулаки у нас не сидят на хвосте. Мы можем немного передохнуть на минутку. I think we could all use a rest. Я думаю, что мы все могли бы передохнуть. Hey, do you feel a little off? А мне кажется, что-то не так. Your eyes burn as a thin, acrid mist rises from the ground and envelops you. Your mind clouds, shadowed figures strike and fade away. Your companion's cries echo in your skull, and the world around you fades to gray. You will have lived. Come to Minsk, shadowy men! And bring your shadow. Yep. To arms! All goes dark. Run! I'll have you dead! The lineage right out of the realm. I feel so cold. They are shadow. They must heal me. The world.
Does the child of Baal still live? Дитя Баала все еще жив? Они все живы? Пока. Load them onto the cart quickly. I want us on the road south in no more than 5 minutes. Загружайте их на тележку быстро. Я хочу, чтобы они оказались на дорогу на юг меньше чем через 5 минут. Наш клиент очень хочет получить свой приз.